Из горящего жилого дома в Сургуте спасли 9 человек. ЧП произошло в понедельник около половины третьего дня в доме на улице Пушкина 8/3. Очаг огня находился в помещении на 5-м этаже. Спасатели с помощью автолестницы эвакуировали из нескольких квартир 6 взрослых и 3 детей. Спустя несколько минут пожар ликвидировали. В тушении принимали участие 4 единицы техники и 12 человек личного состава. Причины возгорания установят дознаватели.